Сегодня я вам покажу новогодний хит моих ярмарок. Как вы уже догадались, это мыло мандарин. Чтобы получить максимально похожий цвет, я для примера беру настоящий фрукт. Смешиваю по капельке оранжевый и желтый пигмент и получаю насыщенный и аппетитный цвет. А чтобы схожесть доходила до 100%, я возьму невероятную цитрусовую отдушку и добавлю ее побольше. А чтобы сымитировать белые прожилки, я беру белую основу, растапливаю ее и обливаю форму мандарина внутри. Далее, уже под остывшей оранжевой основой, я заливаю основной цвет. Готовое мыло я упакую в прозрачный пакетик с веревочкой и листиком-биркой. Но вы только посмотрите на него! Это же идеальный, практичный сувенир к Новому году! Эти мандаринки у меня на ярмарках просто ящиками разбирают.